меня радует тут управление. И джойстик сразу видит таких эмуляторов. Я постараюсь. Че этот. На чем я кончил? Я начал какие-то ключи находить. Я изначально, когда двери открывал, смотрел, какие мечи, какие щиты, где находятся. Сейчас я вооружился ручкой. Буду записывать. Прям все. Ой, что-то мне покусали. Камень, надо ли он мне? Бывал уже, там где-то пачка патронов осталась. Пару предметов, которые я не смог поднять, но... Хорошо. Потому что, помню, это свисток надо подудеть. Где мой свисток? Я его еще не поднял в этом прохождении. Блин, я его еще не нашел. Этот свисток. Меня аж съела собака просто. Точно, да. Я под лестницей спанулся, все, надо что-то. Чепать. Ладно, надо. А я вот так покосился в прошлый раз, что ли? Так, доспехи, хорошо. Это у нас второй этаж. Верхнее крыло. Я второй этаж дочекиваю, окей. Целый прям парник. Чё тут? Жечь почему-то нельзя. Я таки не понял, это карта здания.
Готово. Карта первого этажа, что ли? Левое, правое крыло. Похоже. Опа, шлем. Шлема. Ее пока никто не видит. Или назад возвращаться? Нет. Я фулово нарвал кустов. Отдохнул. Равно, но так это же единственный ход. Блин, потратил нож. То ножей больше нет. Так близко не подходить будет. Доспехи. Первый этаж. Не знаю, как помещать комнату, просто напишу правое крыло. Поможет. Чё? Правильно пишу. Комната. Не видно ее. Отпусти, что ли, надо настроить еще. Нормальная яркость. Четыре выстрела. Это да. Может, у нее есть ошейник? Тема? Это да, здесь. Ну,
просто запер. Так, ну эмблему если я принесу. Ее сюда на. И вот сюда еще. Да, пойдет. Где мы у меня здесь? Двери вообще нет. Конечно. Нет, у меня нет эмблемы, лол. Тоже скроется. Черт. Да. А что мне надо было? Лему. Открыл, что открыл? А, второй этаж. Вот вход, о. А, что, кусок доски? Да, чё б не взять кусок доски вот. Давно просто стал найти. Предлагал никто. Все разбито. Открыто. Помню, доспехи. Запишу. Второй этаж. Еще доспехи. Гася, тут все доспехи. Так, ну... Может быть, с деревяшкой пойти туда? С деревяшкой. Памятник. Я был как бы спокойно. Только ручку не сломай.
А вот сюда деревяшку уже подумал. Деревянное полотно. Что за полотно еще? Деревянное полотно. Я не могу найти. А что за ключом можно встать? Какой-то ромб, да, или как это? Бежали сюда тогда уже с эмбриками. Если она такого, конечно, не видит. Неугольник. Ручка, говорит, развалится. Вообще опасно так. Ну и керосина, то ради каждой вещички так бегать вообще не нравится. Пусть лучше зомбаки есть. На фарде все так. Патрики. Я выложу. Либо не выложил. Снова у меня один слот свободный. Всего лишь. Как мне попасть сейчас? Ах. Подожди, ладно, пойдем. Пашка. Ладно, кого? Закрыто. Я даже знаю, что это доспехи. Там все.
Столовой беру плену. О, столовая не подвела. Часами где решать головой. Нет, это ж не восьмиугольник. У меня какая-то. Ну все, я заблудился. Доспехи. Здесь есть. А, это... Это. Опа! Я нашел еще какой-то ход. Подвал? Ух ты! Маленький ключик. Вот это что мне? Дальше. Полез. Выключи. Ага. Теперь это нашел. Только ключик какой-то гнилой.
на лестнице. А. Одну дверь протестить, чуть не протестить. Давайте уже ключ шлема и дело пойдет. Внезапно. Чудо. Убью. Ну нафиг. Вот сюда, вот. Нас кормили. Да есть. Камера. Кстати, профиль. Ух ты! Какой я части! Много неисследованного. Направо скажу.
Старого ключа. Использовать старый ключ? Да. Я использовал старый ключ. А, маленький ключик использовал в твердой двери. Прикольно. Потому что он всегда с собой был. Подсказка такая, я могу использовать. Вот собака рядом ходит. Блин, а где я свистку? Химикаты. Блин, нахера мне химикаты? Тут растения. Химикат. Кассин, химикаты, что? Ясно, короче, это бонус уровень с колюхами. Все, я запомнил. Фигня мне, когда там рядом собака бегает. Ага, конечно. Ну, блин. Открытая дверь, не понял. Стреляй же тут. А, он упрощен. Ах, а ключик это было бы хорошо. Ого. Ого. Крест. Ага. Вот эта камера мне кое-что нужна. Вот это нет. И банцы. Места нет. А вот есть ножик. Золотая чаша, золотая. Такой красивый кабинет. Чего полезного? Еще зажигалку использую. Трава, чуть не пропал. Офигеть!
А, ага, тут же кабач просто так не взять, он на класс. Могу ли я вместо дробача положить химикаты? Чего нет? Где взять на все это? Здесь у меня сразу хранение. Снова скидывать будем. Вот, да, вот это при меня. Так я не пройду, да? Ну, сам. Я с ним прочитаю. Хорошо. Крылья вроде бы чё, с крючком. Опа! Отлично! Я ключ у собой.
закрыто, но есть. И одно открыл. Ого. Откуда тут чувак пришел? Еще один сейв зоны. Выдохнуть. Окей. Сразу так. Ой. Что, здесь ничего нету, просто сейв? Наверное, вот так вот. А, дробаш, да, вот я тут дробаш брат. Хожу на лестницу. Чем нет? Сразу нашел все. Стекла. Интересно прорисованы и для воронки. Так, мне здесь что? Здесь откуда? Отлично, вовремя я его взял с собой. Старый ключ. Еще один лежит в ванной. Окей, это спрей. Нет, это гранаты. Чем твои гранаты? Ломаны дерево. Либо. И все. И снова забито. Интересно, интересно. Ломан дробовик я поменяю на обычный, а вот ключ как забрать? Там где статуя на тебя движется, я даже забыл. Справа. Да спи. В этаж ли?
иду, пройдусь. Бежать. Да, вот. Третий этаж. А что? Вот эта фигня пододвигается. Тема. Похоже на понятно, что ну да, либо шлем, либо доспехи. Ворот. Аккуратно ходить надо и не бегать. Да, вот тихенько прошел, они не напали. Включали. Факт. А, нет. И сел. Да, иду снова в правую часть.
Блин, у меня с собой инкриба, да, надо было запас пожить. Да, посмотри, что там было с этим комодом. Это, наверное, стрелу взял, но все-таки. Музыка вот прям такая. В этом коридоре, по-моему, встречаешь пикера первый раз. Так это что? Здесь лежит маленький ключик. Правильно? Правильно. Здесь у нас ключара. Она восстала. Так, да, вот-вот. Нормально я этими открывал уже помещение. Здесь я дробачи забыл. Либо. А у меня есть. Ага, кайф! Я не могу взять. Старый же ты тоже поставить не можешь.
сторонние. Почему я такой? Чуть-чуть. Что можно быть? Сыванулась. Так, за дробачом. Вернуться я не смогу, верно? О, как-то входить. Хочу сюда выйти. Я начну. Вообще вход какой-то. Конечник. Пещеру. Скоро я ничего не делал. Хорошо. Где разгадать? А какую кнопку разгадать? Рычаг какой-то дайте. Мака-то сюда засыпался. Доцементируй. Сейчас рассыплю здесь химикаты. Пожоже. Око за око.
ноль полезных действий Щелена. А, вот еще калитка. С другой стороны, это попасть. Видео ток. Вот точно, я на второй этаж пойду. В первом этаже дробача не забыл. Аспект, да? Снова ручки не шить за прикол, такое делать двери, а, двери, говорю, двери без ручки. Рано что? Что тут? А, вот что блестит, я не видел. Вообще не было. Я зашел удачно, куда я зашел? Комнату, которая вроде бы открыта была. Маленький ключик у меня про запас, я не знаю. Комната уже крутой. Ладно, пойду на левую часть сейчас особняка свистеть. Бегаю еще за дробачом разочек. Раз. Ага, сбегал. Да нет. А
по химикату. Да, так, кому? Раси, да, там вроде описание было. Раси. Парень. Что есть раса? Раса? Что здесь? Старый механизм, да. Печень, дверь, секрет, я нашел. Ковичка. И место освободилось. Ой, как. А, прям она вот так вот, да, преподносит. Я ж на террасе. Выдунули свисток. А, так ты кусаешься? Я что-то подумал, что это... Ладно, да, согласен. Я тупил. Понятно, зачем тут трава растет. Полезная трасса. Сразу пойду за кирпичом. Монета? Нет, монета. Что? Монета действительно. Какая же это монета? Это клемма. О, блядь, ключ. Эффектно. Погоди, так это же у меня доспехи, капец, сколько у меня дверей сейчас доступно стало. Так, резко нельзя, давать такие ключи, вы что? Ладно, доспехи и шлем остался. Раз, два, три, четыре, пять дверей открыл. Достаточно твердо. Окей. А, травы похавать, кстати. Так, а в самом конце какая там дверь? Это у нас второй этаж, левое крыло. Я внезапно не указал. Пойду проверю.
источник выбросил. Я сейчас и место освободилось. И двери пооткрывались, и пойти и дробач бы забрать. Правильно? Второй этаж, правое крыло. Я пойду проверю. Доспехи. А это не доспехи? Это разве не доспехи? Имитация ключа. Гребаная имитация ключа. Я думаю, какой-то достаточно твердый, чтобы использовать, что там было написано. А мне в левую часть и менять имитацию на имитацию. Не туда зашел я чуть. Здесь пробежать с коридорчиками. Ты быстро встал. Огонь. Еще и бежит. Ладно, это. Так, имитация, говорили они. Давай сюда ключ. Третий. Что-то особняка. Доспехи. А, третий этаж доспехи же тоже был? Нет. Нет. Третий этаж был шлем. А? Я записал. Первый этаж, правое крыло. О, пойду там как раз и дробач. Первый этаж. Правое крыло. А я в левом крыле. Есть ли что-нибудь здесь за доспехом? Да, первый этаж, левое крыло, есть. Запертая дверь доспешная. Иду тестить. Химикатами. Подходим. Нихера себе он бегает. Баланс на месте, что это такое? Нахер. Ты не обитель зла, я такой за 28 дней спустя, блин, бегу. Значит, вон та дальняя дверь. Пойду открою ее. Ой, блин.
Да открою я тебе. Ломаю. Нафиг не надо себе. Ломает ручку мне. Открываешь, эти хулиганы поразбегались. Бля, кому там делать нечего, алё? Где? Видимо, страшный элемент был. Ясно. Да, вот дверь после экзага. Что? Прорвали дверь? Да, прорвали дверь. Это был не просто эффект, вот это да. Какого черта у меня закисло, блядь? Первый этаж, левое крыло. Чего я по второму брожу? Вот первый этаж. Дается, что я сейчас на первом? Да. В конце коридора. Доспехи, доспехи, доспехи. Крусь! Раз. Конечно же. Будь доспех. Новый участок. Зачеркнуть. Хорошо. Питовая. Питовая граната это где? Это здесь вот? Да, вот, ага. Ты глушаешь. Личкой сюда проверить. Проверил. Пожалуй, останусь на столе. Открылся новый коридор. Три двери. Направо, затащу до конца. Что-то зашаталось. Так, эту игру надо в наушники. Вот что я понял. Колонки рассеиваются. У меня. Открыл дверь. Здесь вот, чтобы в столовку. Где я уже применил эти химикаты? Здесь? Фак. Вот, типа, сжечь надо. С собой постоянно керосиновую лампу носить.
Табло, табло. Опа. Хорошо. Странно будет. Так. Запоминается ли так лучше вслух? Ну, вряд ли. Авария. Май. 10 мая 98. 11 мая. Тринадцатое. Это будет за 10 дней, за 8 дней превратился. Знаменитая дорожка дневником, который описывает. Кто там? Я понял. Я понял. А будет ли они там? Надеюсь, что нет. Мы с тобой разминулись. Надо сказать удачно. Яй, ключик. Похавать траву?
первую часть. Берега. Ого. Так. Такое. Так вот. Так, иди. Как тебе такое? Опа. Что это? Ага, ну что-то для туда подземелья. Там, по крайней мере, тоже лица были. Четыре мозга. Там игра. Какой-то коллекционируем. Что вы тут растите? Очень красиво. Не буду его брать, да? Не могу и не буду брать траву. Траву, кстати, будет обильно в переднем уровне. Да, левую часть первого этажа. Он скажет второй этаж. На правую часть этаж. Так, 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 по очереди. Ваши эффекты, когда мне надо бежать далеко, долго, работают. Это не зависит от цели. Да. Это бегун, да? Чувак, ты мне какой-то не нравишься, ты резвый. Куда ты тут взялась?
чуха. Подвал. А что в подвале? С другой стороны, а здесь? А здесь электричество выключено. Ну, найс. Я думаю, что-то я подвал не записал. Странно. Тут же я угадал, что надо поменять. Так, я же бешеный. Да. Ножом его. Опа. Вообще какой-то бешеный. Я, по-моему, даже сжёг. Где я нахожусь? Лестница вниз. А, вот. Уже у нас не доспехи, правильно? Доспехи? Чего это? А, это первый этаж. Левое крыло. Первый этаж. Так. Доспехи. О, это рояль. О. Я сюда вернусь еще. Эти мне грибан есть. А я не знаю, где. Это все равно снова. Грибан, раз. Фигня вот эта, два. Понятия нет. Золотой диплом, блин. Ломятся вообще капец отовсюду. Наверное, надо не лениться и их сжигать. Если они переносят неудобства. Ч?
еще мне эту эмблему дали. Ладно, химикаты применил. Так, холл. В холле что-то тоже было. А ну-ка. А, в холле были. Первый этаж, правый открыл. Первый этаж, правое крыло. На всякий случай проверю. Проверю. Бежит уже. О, вот эти вот усложненные зомбари мне ставят. Вот. Пистолеты их так не убьешь. Приближаются они супер быстро. Уже дробач должен вступать в дело. Зачем скажу тут местным? Просто идут сон. Понятно, парочку перейщу. А, наверное, сохранить. Какие-то вы ребята, ну что вы вытворяете? Страшно. Так, о, второй этаж. Нет, это первое там. Ну ладно, раз я здесь, то попробую тогда. Разброси. Бери. Бери. Сторон. Да, возможно. Понял. Что? Это неправильный вариант. Ставятся вороны? Просто решил протестить, посмотреть, что будет. Ворон.
стороны слетаются, то в любом случае нет инвентаря, чтобы что-то поднимать. Офигеть. Ладно. Что в карте? Подрез браслет. Где там? Иди на то, даже. Какая зеленая, что вы говорите? А, просто переключать каким-то образом? Красный. Арена красная. Ворона. Хорошо. Чё ворона? Чё ворона, как два? Опа, опа, маточку нашел. Да, без рта. Опачки, я открыл вход. Это куда? Это вход в центральную штуку. Я сейчас пойду и применю одну смерть, а потом вторую. О, она уже два слота. Последовательно должно быть правильно.
Что у меня еще за слот освободился? Один от маски. А второй? А, от этого маленького ключика вот этого. Масло. Хожу куда-то. Маски смерти одевают зерта, да? Наверное, я не ту последую. Подписывай, не нужно. Носить же все с тобой. Шел в дверьку, разгадал загадку, освободил два слота. Точно. По пути потом предметы выкинуть. Предметы мечу направо. Окей. Сейчас чувак будет заходить, дверь придержит, а я быстренько предметы. Что это за подгон? На полу просто откуда не возьмется. Откуда вы? Непонятно. Ладно, я что-то, видимо, выполнил. Интересное. Зря я дробача взял. Чуть сколько? 3 минуты.
первый раз. Все, на сегодня.